Моя обойма из еды. 11-й ужин, 11-й обед, 11-й завтрак, 9-й завтрак, обед, ужин, 7-й завтрак, обед, ужин, 5-й, а 3-й я съела уже. Ну, мы съели. Вот такая вот. Она в колготине, короче, в одной из засунута, и ее очень удобно складывать вот так вот внутрь рюкзака. Вот. И Андрей как-то у меня просил, типа не смог развязать эту колготину, и сказал, можно я порежу? А я сказала, что это была одна из моих фантазий, что ты порежешь мою колготину.